Итак, сегодня 27 сентября 2017 года. В этот раз мы посетили наш любимый лес. Парковую зону, лесопарковую зону. Это наш любимый дендрарий. Вот ходим потихонечку, бродим. Все так красиво, тихо. Природа пребывает в осеннем настроении. Лес хорошо, где-то птички поют. Вот. И мы сегодня просто гуляем по лесу, по нашему любимому дендрарию. И любуемся прекрасными пейзажами нашей природы. Вот. Где-то кто-то попадается, какой-то грибок. Обильного гриба, конечно, нету в этот раз. Нету. Но что-то попадается. Вот. Вон какой-то сейчас он нашел уже. Уже. Ага. Уже сгнивший гриб. Козленок, похоже. Да, козленочек, похоже. Сгнивший гриб. Козленочек. Вот. Нашли немножко сыроежек. Нашли немножко подореховиков, козлят. И вот пробираемся немножко, так гуляем. Любуемся, наслаждаемся последними теплыми днями, потому что скоро наступит холода, еще маленько. Вот сегодня 27 сентября, я опять повторяюсь. Вот. Ага, во, гляди-ка, подберезвичек стоит, мать идти. Батюшки, подберезвик, ох ты какой. Ага, процесс заснимем. Заснимем наш процесс. О, какой стоит. Сейчас мы его срежем. Вот он. Черноголовик. Хороший осенний гриб. Подберезовик. Черноголовик. О, какой. О, не гнилой. Кстати. Хороший гриб. О, подберезочек нашел. Вот покажу всем. Вот. В нашем дендрарии растут такие грибы. Вот как хорошо. Положим его в сумочку. Вот, в сумочку, вон сколько уже грибочков-то у нас тут. Маленько, но есть. Вот. Маленько, но есть. Есть. Вот. Маленько. И то. Хоть по походу ходим и собираем. Вот. Ну что скажу. В путь пойдем. В путь. Потихонечку, не спеша, пробираемся сквозь кустики. Вот валежничек, собранный людьми. Прибрали люди. Суховей. Вот. Вот такая наша природа дендрария осенняя. Дендрарий пребывает в осеннем настроении. Вот, ходим, гуляем. Жена у меня по ту сторону, а я по эту сторону. Жена по левую, я по правую сторону. Ходим вот и ищем, и гуляем. Найдем, значит, найдем. Не найдем, значит, прогуляемся по-хорошему. Наберем хорошего воздуха в свой организм. Вот, подышим лесом. Полюбуемся живой природой. Вот мои стройные стоят красавицы. Еще лес тут как бы не желтый, не пожелтевший. Лес такой, какая опала. Ну и что? А в основном-то лес еще зеленый. Поглядите-ка.
Еще лес в основном-то зеленый. Вон, зелень-то сколько. Значит, еще желтизна не скоро будет. Вот. Хотя я уже наперед выложил на своей страничке несколько песен уже об осени. Вот. Но тем не менее, желтой осени пока еще не присутствует. Присутствует только пока отклики зеленой листвы. Еще зелено все, вон клены какие зеленые стоят. Батюшки мои. Вот. Идем потихонечку, не спеша. Вот. Вот мухомор попался. Мухомор. 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 Почему назвали мухомор? Ну, всем уже известно, почему назвали мухомор. Раньше, потому что этот гриб пользовался популярностью в деревнях, когда на верандах, на террасах было много мух. И этот гриб срезали и оставляли, чтобы морили мух этими грибами. Да он и так, в принципе, когда он вырастает побольше, изгибается шляпка, и в нем наполняется вода. Там, значит, в принципе, создается такое, такая, значит, скажу, благоприятная среда для того, чтобы, вот, например, кто попал туда из насекомых, и они там погибают. Вот и все. Вот это вот мухомор. А в основном и мухомор-то, и, говорят, едят даже. Я, конечно, не видал, но просто слыхал. Вот. Ну, что ж. Пускай кто их любит, тот и ест. А мы пока будем собирать съедобные грибы. Вот. Что-то пока ничего не попадается. Но надо все равно искать. Вот. Все. Пока мы остановимся на этом съемке, остановим. Продолжим искать. Вот вошли в дубовую рощу у святого, дубовая роща. Вот идем, шуршим листвою, гуляем. Сейчас подойдем к святому озеру. Полное безмолвие. Полное безмолвие. Никого нету, кроме нас. И вот мы ходим, гуляем. Наслаждаемся запахом дубов. Еще они все зеленые пока. Хотя вот сегодня 27 сентября, но дубочки-то еще зеленые. Что листва-то упала, это малость, это капля. А так хорошо еще, гляди-ка. Дубочки-то зеленые. Пойдем прогуляемся к Святому озеру. Поглядим. Безмолвие Святого озера. Пойдем глянем. Вот дуб упавший, старенький, уже упал. Похоже, все лето тут уже простоял. Отгнил, отжил свое. Дедушка наш родимый. Все. Все. Свалился. Все. Так, вот теперь его только осталось убрать, распилить. А так-то дубы-то еще крепыши. Все тут стоят, богатыри наши. Вот какой наш хороший друг тоже. Вот он стоит.
товарищи, живой. Природа живет. Идем шуршим. Вот. Идем шуршим. Потихонечку. Идем шуршим. Вот сыроежечка какая-то тут. Вроде бы. Ага, маленькая сыроежечка. Малюсенькая. Грибок мы в этот раз набрали немного. С десяточка-то три, наверное, всяких набрали. Козлят, маховичков, белых, наверное, штук 5. Пока ничего больше. Вот и все. Нечего порадоваться, нечему обрадоваться. Вот. Ходим, ищем, шуршим. И все. И больше ничего. Никого нету, не видать, не слыхать. Все. Сезон купальный окончен давным-давно. Только, наверное, может быть, рыбаки сейчас там на озере Святом рыбачут. Вот. Все. Пойдем поглядим. Тут вот глянем. Вот чего-то. Найдем, а не найдем, так ладно, бог с ним. Мусору, как обычно, нету, хорошо. Все прибрано, все убрано. Душа радуется. Да. А сегодня, кстати, уже холоднее, чем вчера. Вчера было теплее, сегодня холоднее. Холод уже такой. Руки аж даже зябнут. О. Прибывает лес в осеннем пространстве. И все. Вот. Наш лес дубовый у Святого озера. Шуршит листва, а мы идем. Сейчас глянем что-нибудь тут. Пока надо выключить, а то батарейка-то сядет. О, вот наше Святое озеро. Мы подошли. Вот полное безмолвие. Ни рыбаков, никого нету. Вот полное безмолвие. Полное безмолвие. Да. Полное безмолвие. И никого. Ау. Уточек что-то даже не видно. На Святом озере. Нету. Ну что, осень есть осень. Осень есть осень. Осень есть осень.
да, безмолвно все. Только ветер гуляет, и больше ничего. Жена вон там у меня ходит. Чего ходит, чего она ходит, не знаю. Мы тут пока ничего не нашли. Подошли вот только, поглядим. И назад. Восвоясь мы пойдем. Вот. Коровы вон там вдалеке гуляют. Коровки гуляют там вдалеке. Вон моя жена гуляет. Там, где коровы гуляют. И больше ничего. Вот так. Все. Пойдем назад сейчас. О, Господи. Вот. Вот кому в огород надо, вот собирайте, добрые люди. Коровий навоз, вот собирайте. Больше ничего тут и нету, кроме коровьего навоза. Больше ничего. Все. Назад восвоясь пойдем. Пойдем назад восвоясь. Идем. Ага, Ира уже что-то нашла. Все. Конкретно. Ага. Что попалось? Беленький. Беленький? Ух ты, нифига себе. Люди добрые, глядите-ка. Видно? Глядите, да. Белый грибочек, гляди-ка. Ух ты. Нифига себе. Вот так, люди добрые. Вперед. Бегите все к Святому озеру, в дубовую рощу. Ищите грибы. Отказываются, грибочки-то есть. Вот какие. О, хорошо. Отлично. Ну что, сейчас тогда поищем. Поищем, сейчас поищем. Поищем. Ну-ка, сколько ты нашла уже тут? Ну-ка. Ага. Тихо, погоди-ка, погоди, стой. Так, погоди. Ну-ка. Сколько там у нас? О, гляй-ка. Это тут все нашло, да? Угу. Нифига себе, вот это да. Ну, все, люди добрые. Бегите все к Святому озеру, в дубы, и собирайте грибы. Ирина вон у меня нашла. Молодец. О, вот это да. Я понимаю, хорошо. Ну все, сейчас пойдем дальше искать. Поглядим, где что еще там будет. Так, так, идем искать дальше. Процесс пошел. Уже нашла у меня, гляди-ка. Молодец у меня, Ирина. Все, нашла. Сейчас найдем. Может, еще что-нибудь. Вон она убежала опять вперед. Сейчас поглядим. Вот. Сейчас поглядим. Еще, может, что найдем. А. Хорошо. Мы одни. И значит, все будет наше. Мы одни, и все будет наше. Чего? Че? А чего? Да. Ну, я как же буду, конечно. Ну, давай, где он у тебя? Ух ты! О, какой! О, молодец! Нифига себе! Срезай его! Ну-ка! Ага! Ух ты! Нифига себе! Подосиночка! Вот так, люди добрые! Подосиночки нашли! О, хороший, чистенький! Вот так вот! О, нормально! Отлично! Все, Ир! Вот так вот, люди добрые. Все бегите, все спешите сюда, к Святому озеру, пока мы все грибы не собрали здесь. Все бегом сюда. Все бегом сюда. Вот так, пока грибы тут есть. Вот так, нифига себе. Вот на такой вот полянке подосиночка растет. О, нифига себе. Здорово. Засними-ка вон динозавра. Видишь, как динозавр? Ага.
да, похож. Или на лося похож? Нет, 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 на какого-то, да, на какого-то животного похож. Да, похож на какого-то животного. Ага, похож. Надо его приблизить. А? Зачем? Я его приближу, вот он. Дяди-ка. А на кого он похож, не знаю. А? Лосиная морда? Ну, давай его назовем лосиная морда. И, ну, это дуб, это отщепился от основного вот этого коренастого-то. Да, от основного. Дубочки-то уже маленько начинают вымирать. Вымирать начинают. Да. Ну что, все? Находка есть, все. Нашли уже пару грибочков здесь. А так у меня Ирна собирала вон сколько тут по окружности-то здесь. Так что все бегом к Святому озеру. Бегите и собирайте. Пока не поздно. Пока леший все тут не собрал, бегите и собирайте. Не ленитесь. Дома не сидите. Сиднем. Надо собирать. На зиму запасать. Грибы. Кто чего. Можно желуди набрать, желудей набрать. Кто любит желуди, их можно, кстати, есть. Желуди, вот так. Вот тут какой-то еще грифыр. Ну-ка, что это тут такое? Поганки? А? Ну, засними поганочек. Ну вот, поганки заснимем. Тоже гриб. Так что бегите все, кто любит поганки, сюда, вперед. За поганочками бегите. Во! Ну ладно! Что ж, пойдем дальше. Пока-пока. Вот. А я тоже, кстати, нашел уже. Давай, показывай. Правда, Ира вот меня уже не засняла, я уже нашел. Ну, что я нашел? Я мало, конечно, нашел, чем она. Вот нашел, беленький. Вот сейчас только что тут сорвал. Вот. Ну ладно, что ж. У меня, что там, 3 штучки. Больше нету грибов. Не буду даже хвалиться. Нечем хвалиться. Все. Вот так вот. Ну что, мы пойдем искать на жопу приключения. О, какой интересный дуб-то. Гляди-ка. Прям интересный аж дубок, Денька. Ах ты. Боже мой, какой интересный ствол. На что вот похож он? На баобаб? Дзержинский баобаб? Глядите, какой дуб. А? Красота. Я такого еще дуб не видел. Кто из вас видел? Вот покажу вам интересный ствол дуба. Состоит из четырех, значит, отсеков. Раз, два, три, четыре. Четыре, так скажем, пропорциональные эти размеры. Это вообще какой-то интересный дуб для дика. Хорошо. Ну, что скажу, люди добрые. Вот сегодня 27 сентября 2017 года. Кто знает, что 26 числа в России была передача, по Первому каналу шла. Пусть говорят. Вот, пусть говорят. И что мы хотим сказать об этом случае? То, что говорили, якобы конец света 27 числа будет. Но я что-то не вижу. Конечно, может быть, мы одни сейчас здесь, но народу нет, по крайней мере. Может быть, действительно уже конец света настал, а? Народ-то никого нет. Ау! Люди! Где вы? Все, вымерли. Или в бункера все убежали, спрятались в свои, так сказать, трущобы. Кто куда, кто в гаражи, кто в подвалы, кто в подземелье какие-то убежали. Может быть, а мы вот гуляем одни на всей этой планете, так скажем. Все замечательно. Все.
Живи не хочу, лес наш, озеро наше. Как хорошо, а? Здорово, апокалипсис нам помог, а? Во! Хе! Ёлки-палки, живи не хочу, ну чё? Мы тут и распланируем, что можно здесь сделать. А чё сделать? В первую очередь мы наведём порядок. Понятно вам? А? Кто не понял, поймите сейчас, потом будет поздно. Всё, теперь мы идём к вам. Тыска. Ну чё? Ничего нет? А? Где? Эх ты! Ух ты какой! Ой. Ух ты, и правда! Гляди-ка! Ой. Ну-ка! Ну-ка, ой, какой хорошенький! Гляди-ка! О! Вот я понимаю! О, режь его! Ага! Все, это наш! Это наш! Хороший? Хорошенький! А! Хорошенький. О! Вот я понимаю. У меня Ира все находит. Я ничего не нахожу. А Ира находит. Молодец. Ты только съемку ведешь. А? Ты только съемку ведешь. Я только съемку веду, да. Все культурно. Может, поищем еще. Может, что найдем. Ну-ка. Может, еще что найдем. Дай-ка. А? Вот еще что-нибудь найдем, да. Так, опа, Ир, я нашел. Только знаешь что, шибленый вроде бы, беленький маленький, шибленый. Во, точно. Гляди-ка, белый маленький шибленый грибок. Гляди-ка, кто-то шиб, видать. Понятно. О, ха-ха, малюсенький. Ага, все, пойдем еще. Может, что найдем. Опа, поищем. Поищем. Может, что и найдем. Может быть. Может, что и еще найдем. А? Ну, не найдем, значит. Больше его тут, может, не будет. А может, и будет. Ладно, сейчас поглядим. Так. Ага, вот он. Еще один. Еще один. Ага. Беленький. О! Стоит почти у дорожки. О, стоит у дорожки. Белый грибочек, хорошенький, чистенький. Вот какой. Ха! Маленько съеденный, ничего. Все прекрасно. Белые грибы. Есть. Маленько обработаем его. Все. Ха-ха. Все. Нашелся грибок. Полезай в кузовок. Так. Опа. Ага. Во. Ир, срезай. Вот он стоит. Хорошенький такой. Ну и все. Ну-ка, дай я погляжу. О, какой. Здорово. Так, опа, давай. Еще один. Опа, еще один. О, какой. Хорошенький. Вот это да. О, беленький. Хе-хе. О, грибочки-то растут у нас, белый-то. Вот так вот люди добрые. Ха-ха. Очередной. Беленький. Вот так вот. Все. Так. И так мы вот подходим к очередному месту. И зайдем. Попрощаемся с масленкой с нашей. Вот мы тут ее сейчас подойдем. Бурьяном этим всем пройдем.
по буеракам. И вот тут мы ходим на масленку на нашу. Правда, кто если не знает, тот заплутается. Вот. А мы не заплутаемся, потому что мы эти места знаем. Вот. Там тоже, кстати, бывают какие-то вещи встречаются интересные. Мы летом сделали небольшой сюжет, сейчас сделаем осенний сюжет. Вот. Ну, пока осень присутствует так себе мало-мальски. Все еще зелено, хорошо. Вот, кусты раздвигаем. И выходим на масленку. Так. Вот. Вышли на масленку. Ага. Кто-то уже тут побывал. Кто-то уже тут побывал на масленочке на нашей. Вот. Ага. Ладно, выйдем. Вот наша красавица. Вот наша красавица. Тихо тут, спокойно, никого нету. Вот. Потому что сегодня апокалипсис. Сегодня все попрятались. И ждут апокалипсис. А мы ходим. Бродим. Страх на всех наводим. Вот наша масленочка. Опять мы сюда пришли. Привет, наша хорошенькая. Вот, как живешь? Пришли с тобой попрощаться. Все, мы теперь, наверное, долго сюда уже не придем. До следующего, наверное, года. Все. Вот. Осенняя наша масленка. Вот. Тихо. Ветерок гуляет. Небо хмурое. И все. И больше никого не видать, не слыхать. Вот и хорошо. Вот. Сегодня апокалипсис, всех спрятались, а кроме нас двоих больше никого. И это нас радует. Пускай все ждут апокалипсис, а мы будем ходить и гулять по этому апокалипсису. Вот. Все. Все еще зелено. Все еще хорошо. Напоминает как бы лето. Солнышка только нету, конечно. А так бы хорошо. Все, пойдем. Дальше. Ну все, наш путь лежит домой. Идем домой. Все. Вот. Да. Тихо, хорошо. Любим такую пору, когда тихо, хорошо, никого нету. Вот, гуляем по апокалипсису сегодняшнему. И ждем, когда что-то случится. Все ждут, вернее, когда что-то случится. Но, по крайней мере, пока еще ничего не случилось. Вот мы уже полдня гуляем, и ничего не случилось. Все попрятались, все испугались, все попрятались. Никого не видать. Что хочешь, делай. Хочешь, пой, хочешь, танцуй, блин. Вот петухи кричат только, не спрятавшись, которые в курятниках. А народу нету. Все. Ладно, масленочка, пока-пока. До свидания, моя родимая. Все. Да, да, да. Ну подойди ко мне, подойди ко мне. Иди сюда. Иди. Идем сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Идем. Идем, не бойся, идем, идем. Идем, 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 идем. Не бойся. А, машина едет. Дядик, машина едет.
Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Все, пошли, провожайте нас. Все, пошли. Пошли. О! О, еще друзья бегут, Лярика. Их тут целая свора. Привет. Ваша бутылочка. Ну, дай бутылочку ей. Бутылочку. А дай бутылочку ей. Ваша бутылочка. Знаете, играйте бутылочку. Играйте. Пошли. Все, провожать.